Приветствую вас на нашей очередной программе из цикла «Христос. Наша защита». Мы получаем приветствие со всех городов и континентов. Мне так приятно, что нас смотрит и Средняя Азия, и Кавказ, и Соединенные Штаты, и практически вся Европа, и Украина, и Молдавия – мы изучаем вместе Слово Божье, чтобы удостовериться в том, что для нас есть надежда. Весь этот цикл посвящен тому, чтобы обратить в наше внимание на Христа как нашу единственную защиту. В нашей следующей программе мы с вами будем говорить о вирусе греха. Как преодолеть вирус греха? А сегодняшняя тема ставит перед нами вопрос. Хочешь ли быть здоров? Коронавирус держит нас в заложниках. Мы все живем в страхе. Как не заразиться? Как уберечься? Что можно сделать для самозащиты? Я должен признаться вам, что мне приходится, конечно, выходить из дома, приходится встречаться с людьми. Я стараюсь, по мере возможности, использовать защитную маску. Но может ли эта защитная маска сделать меня здоровым гарантированно? Сегодня мне бы хотелось, чтобы в нашей очередной программе мы с вами ответили на вопрос, хочешь ли быть здоров? Вы скажете, наверное, что этот вопрос ну, совершенно нелогичный. Но, ну, естественно, каждый человек хочет быть здоровым. Но как защититься? Как уберечься от этого? Вы знаете, если порыться в интернете, то можно найти массу всяких советов о том, как защитить себя от коронавируса? Я немножко провел свое исследование, небольшое, и увидел о том, какие только средства не предлагаются для нашей защиты. Посмотрите, в конце концов врачи пишут и говорят, не спасут от коронавируса ни употребление детской мочи. Ни кокаина, ни курение сигарет, ни какая синяя лампа, ни бальзам-звездочка, ни даже уксус, который кажется помогает во всех других случаях, в этом случае не поможет. Поэтому существует много всякого рода советов, на которые надо, может быть, прочитав, не сильно обращать внимание. И помнить о том, что сегодняшнему дню пока еще нет гарантированного средства защиты от коронавируса. Но, тем не менее, есть одно средство, которое очень помогает всем. Это иммунитет. Врачи обнаружили, проводя исследования в разных больницах и разных клиниках мира, что если у человека сильная иммунная система, то его организм может больше в большей мере, чем обычно, противостоять этому вирусу. Я перечитал одно исследование, которое было проведено в Мельбургском университете врачами, где они анализировали состояние 40-летней женщины, которая была заражена этим вирусом. И через три дня они заметили, как у нее увеличивается количество тех клеток, которые борются с вирусом. Когда они стали расспрашивать ее о ее образе жизни, о том, что она ест, чем она занимается, они увидели, что у нее на самом деле очень сильно иммунная система. И эта иммунная система и помогла ей побороть этот вирус, и она выздоровела буквально через пару недель не осталось никакого следа от этого заболевания. Итак, должен вам сказать, что иммунитет это то, над чем я бы советовал всем нам трудиться. Помните. Все эти еще лозунги даже с советских времен, когда звучало радио, звучал призыв, товарищ, на зарядку, становись, и мы с вами, и кто в школах учился в то время, кто на производстве были, кто еще дома слышали эти позывные, занимались зарядкой и упражнялись. Ушли в прошлое советские времена. Мы живем уже совершенно в новую эпоху, и должен сказать вам. Я верю, что нам точно так же сегодня надо заниматься зарядкой и надо точно так же укреплять свой организм, как это было и в советские времена. Потому что наше тело нуждается в упражнении. Наше тело нуждается, наш организм нуждается в закалке для того, чтобы противостоять всем тем нападкам, которые мы с вами испытываем, которым подвергаемся в ежедневном общении с другими людьми. Поэтому как творение Божие, я в этом абсолютно убежден, поскольку об этом свидетельствует Библия, что Господь наш Творец, Он нас сотворил, Он дал нам нашу жизнь, я убежден, что мы должны делать то, что мы можем, делать все от нас зависящее для того, чтобы развивать в себе этот иммунитет. Давайте посмотрим на несколько уроков, несколько важных принципов сегодня, которые должны поставить перед нами задачи того, как же нам быть здоровыми. Здоровыми физически, я уверен, все мы этого хотим, и также и здоровыми духовно о чем не все из нас задумываются. Посмотрите, урок первый. Следование библейским принципам жизни укрепляет здоровье человека. Итак, оказывается, есть библейские принципы здорового образа жизни. Те, которые были еще от самого начала заложены Богом. Для того, чтобы мы с вами чувствовали себя крепкими, для того, чтобы могли быть защищенными. Какие же из этих принципов важны для нас и сегодня? Во-первых, я убежден в том, как, я думаю, и вы тоже, что нам всем нужно движение. В движении жизнь, в движении защита. И, может быть, сейчас, когда мы... Вынуждены с вами находиться в ограниченном состоянии и не имеем возможности выйти на природу или пробежать по нашим знакомым тропинкам или дорожкам. Используйте возможность сделать это дома. Упражняйтесь дома, занимайтесь дома. У нас теперь есть больше возможностей сейчас обратить внимание на свое здоровье и свое состояние, чем это было раньше. Моя супруга и я, мы очень любим ходить. Ходить пешком, ходить быстрым шагом, чтобы каждый день пройти не меньше пяти километров. Попробуйте это делать, вы увидите, какая огромная польза будет, а особенно, когда снова будет возможность выйти и ходить в парках, ходить на улицах, ходить там, где мы можем вдохнуть свежий воздух. К сожалению, не везде, надо признать, в городах можно вдохнуть этот свежий воздух, но выйдя на природу, мы с вами и получаем заряд кислорода, и проводим время в общении вместе. Вы знаете, я заметил, когда супруги просто время дома проводят вместе, они каждый находит тем, чем им заниматься. Когда же они выходят на прогулку вместе, то немножко странно молчать, и они начинают общаться. Поэтому есть еще и элемент здоровья во взаимоотношениях. Поэтому ходите, пейте больше воды. Вы знаете, я так рад, что наши дочери... Калины и мои, мы вместе э, слышим от них постоянно, как они нам говорят, пейте больше воды. Вода нужна для вашего организма. Вода вымывает всякие токсины из вас. Поэтому Господь дал нам этот напиток. Самый лучший напиток еще из сада Едемского. Поэтому меньше пейте всякого рода других напитков, наполненных, насыщенных сахаром. Пейте чистую воду и пейте ее как можно больше. И, конечно же, особенно страны Восточной Европы. Известны тем, что очень большой процент людей умирает, поверьте мне, не от коронавируса, а от сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика зашкаливает. Почему? Потому что мы много едим жирной пищи. Господь наш, еще в саду Едемском дал нам то, что произрастает на полях, произрастает в природе, на деревьях, дал нам в пищу все эти злаковые зерна, дал нам фрукты, дал нам овощи. Поэтому старайтесь есть меньше того, что было переработано, и больше того, что свежее, что зеленое, что поистине вкусное. Вы, наверное, замечаете, что особенно сейчас молодое поколение, оно живет в этом тренде. Надо жить здоровыми, надо питаться правильно. И поэтому сейчас появляются всякого рода заменители обычного молока. Появляется ореховое молоко, и рисовое молоко, и овсяное молоко. Интересные заменители, которые на самом деле очень хороши для нашего организма. Там, где они доступны, там, где люди могут их купить. И, конечно, Всякого рода жирные продукты не содействуют нашему здоровому состоянию. Поэтому, может быть, пришло время, видя эту проблему, с которой мы сталкиваемся, спросить себя, живу ли я по тем принципам, которые заложены в Священном Писании, поскольку мой организм дал, дан мне Богом. Посмотрите, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 19 в 6 главе, стихах 19 и далее, он утверждает эту важную истину. Он спрашивает, 1 Коринфянам, 6 глава, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – это храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Обратите внимание, он говорит, даже то тело, которое вы считаете, что это ваша собственность, на самом деле это не ваша. Потому что Христос, Господь наш, дал нам это тело, дал нам жизнь. Он жизнедатель. Если мы из его рук получаем эту жизнь, вы помните, как псалмопевец тоже рассуждает о том, как от самого начала, даже когда мы были еще в утробе матери нашей, Господь уже задумал, Он все продумал о нашей жизни, как Он приготовил наше будущее. Поэтому даже еще с этой маленькой клетки нашего организма мы уже Божие творение. И раз мы Ему принадлежим, то апостол Павел в этом 19 стихе говорит, поэтому имейте в виду, что тела ваши есть Суть храм живущего вас Святого Духа. То есть в нас должен жить этот Святой Дух. Почему? 20 стих? Потому что Он говорит: если вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших которые тоже есть Божии. Как же мы можем прославлять Бога в этих делах? Что мы можем с вами делать для того, чтобы мы могли показать поистине, что Дух Божий живет в нас? Я убежден, нам надо вернуться к простым, здоровым принципам жизни. Больше жить, быть на воздухе. Больше трудиться физически. Если у вас есть возможность даже на маленькой грядке трудиться, трудитесь, найдите эту возможность. Быть на свежем воздухе, быть на природе, пить больше воды, питаться простой пищей, которую Господь сам дает нам для жизни нашей, для здоровья нашего. И, конечно же, Конечно, конечно же, воздерживаться от того, что разрушает наш организм. Если мы видим алкоголика, мы видим, насколько его жизнь разрушена. Мы видим это даже в клеточках его организма. Мы видим на лице его отражение от того, что алкоголь его разрушает подрывает состояние здоровья в этом человеке. Или, или возьмите, к примеру, человека, который курит. Сегодня как никогда стало ясно и понятно, что именно те, которые курят, в большей мере подвержены тому, что они не смогут противостоять сопротивляться вирусу, корона, этому вирусу, коронавирусу. Поэтому, может быть, сегодня тот день, когда, пусть даже страхом движимые, если вы курили до этого дня, спросите себя, может быть, есть смысл остановиться и перестать этого делать, потому что тем самым вы становитесь более подвержены риску уйти из этой жизни раньше, чем нужно того. Наши легкие парализуются этим вирусом, а у курильщиков парализуются в 2-3 раза больше и быстрее. Или, опять же, мы слышим с вами, это, это новая тенденция, на смену сигаретам пришел вейпинг. Вейпинг, который проник во все страны. Это слово, конечно, даже чуждое нам, но именно и в наш славянский язык оно вошло таким образом. И вместо того, чтобы курить сигареты, начинают курить или так называемым вейпингом заниматься, для того, чтобы получить то же самое состояние, то же самое ощущение, в надежде, что меньше будет вреда легким. Я провел свое собственное исследование, я перечитал заключение врачей и специалистов. Поверьте мне, еще больший риск еще больший риск не только разрушать свои легкие, но разрушается Сама слизистая оболочка нашего, пол, нашей полости рта. Поэтому задумайтесь сегодня. Особенно молодые люди, молодое поколение, которое повально сегодня увлечено вейпингом. Вы видите, как открываются вейпинг-кафе по городам России, Украины и в других странах. Как образуются клубы, где люди собираются и, и продолжают вдыхать в себя этот разрушающий их яд. Если мы с вами храм, в котором живет Дух Святой сегодня тот день, и я хочу призвать вас всех посмотреть на себя и спросить, может быть не все в порядке в моей жизни, может быть не все в порядке с диетой, может быть не все в порядке с тем, что я употребляю, с тем, что я пью, с тем, что я вдыхаю в себя, может быть я недостаточно упражняюсь. Мы дети Божии. Вы знаете, как родители всегда смотрят на своих детей и хотят увидеть их сильными, хотят видеть их крепкими, чтобы они отражали саму природу родителей своих. Точно так же, если мы дети Божии, и Господь живет в нас, мы должны во всем проявить славу эту – мы должны показать, что Дух Божий в нас живет. Если Он в нас живет, то это и на лицах наших будет видно, и в глазах наших будет светиться. И, естественно, мы тогда больше внимания будем уделять тому, как мы заботимся о своем организме для того, чтобы быть здоровыми. Поэтому вопрос этот не праздный. Хочешь ли быть здоров? Есть и второй урок в нашей сегодняшней программе. Здоровье требует нашего решения изменить свой образ жизни. То есть мы с вами многие, особенно, конечно, верующие люди, мы с вами молимся. И когда мы молимся, мы просим и говорим, Господи, соверши чудо исцеления, Господи, мне нужна помощь, Господи, у меня болят суставы, у меня болит спина, у меня болит сердце. И Господь силен помочь нам. Я ничуть в этом не сомневаюсь. Он тот же самый Христос, Господь, Творец, который был и две тысячи лет тому назад, и вчера, и сегодня, и таким же он будет завтра. Поэтому, когда мы молимся так, и просим о том, чтобы Господь даровал нам исцеление, урок второй заключается в том, что с нашей стороны также требуется решение изменить свой образ жизни. Знаете, притча, или, скажем, история, записана в Евангелии от Иоанна, о том, как Христос встретился с больным человеком. Это все происходит в Иерусалиме, у овечьих ворот, где была купальня. У этой купальни, где время от времени бурлила вода, собирались больные и хромые, и слепые, которые нуждались в исцелении. И они надеялись, что у них будет возможность войти в эту воду и получить исцеление, получить помощь. И вот среди всех этих людей был один человек. Пятый стих, это Евангелие от Иоанна, пятая глава, пятый стих. Тут был человек, находившийся в болезни, послушайте, 38 лет. 38 лет. И Иисус видит лежащего этого человека, и узнав, что он лежит уже долгое время, поверьте мне, это долгое время, говорит ему, спрашивает его этот странный вопрос. Он говорит, «Хочешь ли быть здоров?» Хочешь ли быть здоров? Ну, наверное, ну кто бы сказал, нет, Господи, я не хочу быть здоров. Но Христос не напрасно спрашивает этого человека этот важный вопрос. Потому что этот человек уже 38 лет находится у этой купальни. 38 лет он не может сам никуда ходить. 38 лет он не может зарабатывать себе на жизнь. 38 лет кто-то ему приносит еду, кто-то его все-таки как худо-бедно обстирывает, кто-то о нем заботится все эти 38 лет. Поэтому, когда Христос его спрашивает, хочешь ли быть здоров, он ставит его перед очень важным вопросом. Иными словами, он говорит, если ты получишь исцеление, ты должен будешь жить иной жизнью. Если я тебя вылечу, если я тебя исцелю, хочешь ли ты пойти работать? Если я тебя исцелю, хочешь ли ты сам отвечать за свою жизнь? Если я тебя исцелю, готов ли ты идти трудиться, учиться, помогать другим, полностью изменить свой образ жизни? Готов ли ты к этому? Поэтому вопрос Христа. Он не странный вопрос. Он не случайный вопрос. И я думаю, когда Христос видит наше состояние или слышит, как мы молимся и говорим, Господи, даруй мне помощь, даруй мне исцеление, Христос нас спрашивает тот же самый вопрос. Он говорит, если я тебе дам это исцеление, готов ли ты изменить свой образ жизни? Готов ли ты жить иначе? Готов ли ты трудиться с полной самоотдачей? Готов ли ты жить для других, а не для себя? Готов ли ты изменить расписание свое? Готов ли ты поставить перед собой цели? Идти учиться, идти добиваться того, что может послужить во благо тебе и другим вокруг тебя? И если сегодня мы с вами молимся этой же самой молитвой, Давайте будем помнить, Христос задает нам этот же самый вопрос. Готов ли ты пережить полную перемену своей жизни? Готов ли ты к тому, чтобы я стал жить в тебе, чтобы ты стал храмом Божьего Духа, живущего в тебе? Если да, то я могу дать тебе исцеление, говорит Христос. Я силен дать тебе помощь и исцеление. Хочешь? ли выздороветь. Я знаю, что многие из тех, которые смотрят нашу программу сейчас и в прямом эфире, и будут смотреть ее после этого, страдают от всякого рода заболеваний. И, конечно, коронавирус пришел, и я верю, он уйдет. И все станет на свое место, но боль останется. И болезни останутся, пока мы с вами еще живем в этом мире. И пока мы здесь живем с вами – и пока мы молимся с вами, и шлем молитвенные просьбы, и молимся друг за друга, давайте помнить этот второй урок. С нашей стороны ожидается твердое решение осмыслить свое поведение, осмыслить свой образ жизни и, может быть, отказаться от того, что казалось таким важным, таким нужным, без чего казалось невозможно прожить и что мы, за что мы так держались, но что разрушало нас, что губило нас с вами. И может быть сегодня тот день сказать Господи, да, я хочу выздороветь. И Господи, у меня нет силы, я слабый, я алкоголик, я курильщик, я вейпингом занимаюсь. Господи, моя диета вся насыщена тем, что разрушает меня. Но, Господи, я хочу поистине быть здоров. И я сегодня принимаю решение жить иначе. Если мы так говорим Христу, то тогда Христос говорит нам, как Он и говорит этому больному человеку. В Евангелии от Иоанна 5 главе 8 стихе Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою, и ходи. И тогда мы поднимаемся с вами и идем по жизни, совершенно ощущая себя иначе. Почему? Потому что апостол Павел помогает мне увидеть это в Римлянам, 12 главе. Он говорит, вот где мы с вами должны совершить настоящую жертву. Жертву, когда мы отказываемся от того, что губительно, отказываемся от того, что разрушительно. Посмотрите, послание к римлянам, 12 глава, он начинает с первого стиха, а потом второй стих, он говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». О чем он нас просит? Послушайте, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот оказывается, что ждет от нас Господь. Он ждет, чтобы мы принесли себя Ему как эту драгоценную, благоухающую жертву. Это не просто. Изменить свой образ жизни непросто принять решение жить по-божески это непросто, но это и есть жертва, которая ожидается от нас с вами. Почему? Потому что мы становимся Божьим достоянием. Мы осознаем, что теперь Он в нас живет. И вместе с этим Он приносит силу и физическую, и приносит нам силу и духовную. А для того, чтобы принять такое решение, я вижу стих второй. Он говорит, в чем это заключается. Не сообразуйтесь с веком этим. То есть то, что мы видим популярно в мире сегодня то, что разрушающее в мире сегодня, то, о чем мы читаем и в газетах, видим по телевидению, то, что брендово и трендово сегодня, друзья мои, я не говорю о том, что нам надо закрыться в домах своих и спрятаться, но наоборот, как Христос говорил, я, я не прошу, чтобы ты взял их из мира этого, но прошу, чтобы ты защитил их, чтобы дал силу, чтобы они были едины с, собой, с тобою. Поэтому Получив эту силу Божию и не сообразуясь с тем, что в этом мире сегодня популярно, Пойдем сегодня с этим преобразованием духовным. Он говорит: но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот какова воля Божия для каждого из нас. И, и поэтому нам нужно принять решение не просто молиться, об исцелении. Но, как опять же, Павел говорит в Ефесянам 4 главе, 24. Стихе, Он говорит: нам надо облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, жизни. То есть нам надо переодеться с вами для того, чтобы жить этой исцеленной жизнью, которая приносит исцеление и духовное, и физическое, нам нужно с вами надеть новую одежду Христовой праведности, сняв с себя то, что казалось для нас таким важным, снять с себя то, что казалось таким дорогим, за что мы, может быть, заплатили большие деньги, чтобы добиться этого в своей жизни, в своем поведении, в своей карьере, в своем образовании. А теперь пришло время, помните наш второй урок сегодняшний, принять решение, пережить это изменение в своей жизни. И тогда мы с вами надеваем этого нового человека на себя. Вот тот путь к исцелению. И третий урок. В заключение нашей программы сегодня, запомните, полнота исцеления и физического, и духовного только во Христе. Можно искать это исцеление где угодно, но когда мы с вами осознаем, без Бога нет исцеления, подлинного, реального, духовного исцеления, исцеления нашего сознания. Посмотрите, как много людей совершает самоубийство. Как много людей уходят из жизни, потому что они живут в депрессиях, потому что они не испытали силу Христову, они живут в страхе, они живут в порабощении греху, и поэтому находят для себя разрешение в том, что уходят из жизни. Я должен вас сегодня призвать, открыть свои глаза и увидеть, что эта сила, подлинная сила исцеления, можно найти ее только. Только во Христе. У Иеремии в 17 главе, 14 стихе я вижу это, эту просьбу пророка Иеремия, 17 глава, стих 14, где Он просит Господа о помощи и говорит: Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня и спасен буду, ибо ты, хвала моя, вот где подлинное исцеление, подлинное исцеление, которое дарует нам совершенно новую жизнь, когда мы можем встать. Идти вперед, будучи исцеленными духовно и физически. Поэтому пророк и обращается с этой просьбой никому иному, как к Христу Спасителю, тому, который имеет силу победить наши э, недуги наши духовные, физические проблемы и говорит, исцели меня, Господи, и тогда я исцелен буду. Вы помните в Евангелии от Луки 13 главе, когда Христос в храме, и Он эту женщину встречает, которая была порабощена своим недугом, она вся сгорбленная была, она не могла подняться, она не могла распрямиться, и поэтому Христос и говорит, что ее враг Божий держит в этом согбенном состоянии. И он дает ей силу, он поднимает ее, и она распрямляется, и начинается новая жизнь в ней. Поэтому, друзья мои, вот эта сила Христового исцеления сегодня может быть и вашей тоже, и моей тоже, если мы с вами осознаем, нам нужно Принять это решение сегодня. Мы должны пережить это изменение сегодня. И единственный источник этой целительной силы, один только тот, кто может по правде, по истине защитить и исцелить, есть никто иной, как наш Господь Иисус Христос, который жил для того, чтобы помогать, жил для того, чтобы благословлять. В деяниях апостольских мы читаем, как Он ходил, исцеляя и благословляя людей. И сегодня это время, когда Он может войти в ваш дом, войти в ваше сердце и дать вам помощь, и дать вам исцеление, и помочь принять это духовное решение, когда вы скажете Ему. И кстати, когда сейчас, мой друг Джейми, будет исполнять: это духовное произведение. Я бы хотел, чтобы каждый из вас, молясь, сказал вот эти слова, Господи, сказал бы, Господи, я нуждаюсь в исцелении, я хочу быть здоров, но, Господи, у меня нет сил. Я слаб. Поэтому прихожу к Тебе, Господи, и прошу, Ты, Господи, исцели меня, а я хочу, Господи. Идти с тобою и жить новой жизнью, жить обновленной жизнью. Хочу оставить в прошлом все то, что меня разрушало, что держало меня в рабстве болезни и греха. И если ты, Господи, исцелишь, мы скажем, как и пророк Иеремия, я буду здоров. Пожалуйста. приглашаю вас к молитве. Господь наш, сегодня мы предстоим пред Тобой и просим, Господи, исцели нас, защити нас. Мы слышим Твой вопрос, хочешь ли быть здоров? И, Господи, сегодня мы отвечаем Тебе и говорим, да, мы хотим жить по-божески, мы хотим изменить свои привычки, мы хотим изменить свое поведение. Мы хотим жить по библейским принципам, чтобы быть защищенными от разрушительного влияния и проказы в этом мире физической и, конечно же, и духовной, Господи. Мы хотим, чтобы Дух Святой жил в наших сердцах. Мы хотим, чтобы мы были наполнены тобою, чтобы наша жизнь, наши слова, наши взаимоотношения, наше поведение отражало присутствие Святого Духа в нашей жизни. И мы идем к тебе сегодня и говорим, Господи, исцели меня. Если исцелишь меня, то я буду здоров. И это наша молитва сегодня. Молитва за тех, кто смотрит по всему лицу земли участвует в этой программе, молится вместе с нами. И мы знаем, Господи, Ты нам сказал, идите, просите и будет вам. И мы просим, Господи, об этом, полагаясь на Твои обетования, просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема, которую мы с вами сегодня изучали, очень глубокая, о том, как облечься в нового человека, о том, как жить новой жизнью. И, конечно же, мы с вами коснулись только лишь поверхности этой темы. Но вы можете продолжить изучение, если позвоните, напишите и закажете у библейские уроки, уроки по изучению Библии, которые называются «Верую». И изучая эти уроки, вы сможете получить систематическое представление о том, какова Божья воля, о вашей жизни, о том, чтобы вы были здоровы. Не упустите эту возможность. Подпишитесь на этот курс, изучайте священное писание.